шоу. Это же дневники Евровидения. Пойдемте к нам. Мы отбираем с членами жюри лучшую тридцатку детей, которые по-настоящему достойны представить. Каждый из них должен быть достоин представить нашу страну на конкурсе во Франции. Кто из участников запомнился? Вот, Бирик Абдулмухамед, прекрасно, у него сам, он и сам играет, сам поет, так, у него прекрасно выражает свои эмоции, глаза очень живой. И также очень понравилась девочка, сейчас скажу. Юсмурзаева Айгерим, прекрасное исполнение песни Арета Франклин в ее стиле. Қатысушыларға не тілеген келеді? Тек қана сәттілік. Мына жерде біз көптеген балдарды тыңдап жатырмыз. Ұстаздардың, ата-аналарының балаларға сіңірген еңбектері нақты көрініп тұр. Өте шеберліктің шыңына жақындап қалған балаларымызды көріп, көңіліміз қуанып тұр. Сондықтан да кезілген еңбектің нақты әдемі нәтижесі, жемісі мен жеңісі тынымсыз еңбектің ғана арқасында келеді. Второй час прослушивания, я устала, все устали. Даже вон тот дяденька-оператор устал. А жюри все слушает и слушает. Оставайтесь с нами. Я не знаю, как они, пусть досматривают, а я домой.